Итак, я продолжаю свой видео-дневник за пределы границ возможного. Сегодня 6 августа. Тренировался я, получается, неделю назад, в субботу. Все как-то не собирался. Не мог собраться записать видео-дневник. Завтра как бы я должен тренироваться. Но я думаю, что два выпуска подряд закину. Так будет проще. Вот. Значит, я продвинулся. То есть это мой лучший результат, а это то, что я сыграл. На камеру, возможно, не очень заметно, но вот этот вот гвоздь, который справа. Он согнут сильнее. И я когда тренировался, ставил, получается, и важно заметить, что это самый сложный сплав. Да? То есть у меня два сплава гвоздей, ну и оба, скажем так, непростые, ну вот, но этот как бы сложный. Вот. Самый сложный. И лучший результат. Я ставил себе целью, ну, просто повторить свой лучший результат за, ну, за ограниченное количество времени. Да, я посчитал, что 15 минут, все. То есть, ну, никаких особых вымучиваний, 15 минут. Получится, не получится, что получится, то получится. Вот, и этот подход тут. То есть я как бы не отделался от мысли, что о, вот как я его согнул, а как же там. Я думал там, что просто мне нужно повторить мой лучший результат. Все. Вот. И более того, удалось его превзойти. Так что такой подход я считаю правильным. Вот. Я так вспоминаю, я, по-моему, так примерно к этому, ну, примерно и пришел. Потому что я согнул двадцатку голыми руками. Причем так получилось, что там был какой-то игрушечный сплав. Они уже, ну, такие, как будто немножко подржавевшие. А потом уже, ну, как бы согнув, то есть на какую-то тренировку, я не знаю, там, на пятую, на седьмую, там, на десятую, согнув легкий сплав, я уже потом с нормальным сплавом стал, ну, работать. Перешел на нормальный сплав, и уже на нормальный сплав, да, как бы с, так сказать, с верой в себя, что-то уже получилось. Но если бы я начал просто с нормального сплава, мне кажется, я бы так далеко не ушел. Как бы и не. Да. Но это уже все лирика. В общем, работа ведется, и все в этом духе.